Здравствуйте, Денис. Это Владимир Путин. Мне сегодня позвонила ваша супруга и решительно попросила, чтобы я поздравил вас с днем рождения. С удовольствием выполняю ее просьбу. Я узнал, что вы являетесь домохозяйкой. Многие незаслуженно считают, что это не труд. Не согласен с таким мнением. Это тоже труд, и не такой легкий, каким он кажется. Когда женщина посвящает себя семье целиком, это достойно уважения. Интересно было узнать, что вы увлекаетесь рыбалкой. Что может быть приятнее, чем посидеть в тишине с удочкой в руках, наслаждаясь красотой природных ландшафтов и плеском воды, отдохнув от повседневной суеты. Хорошие вам поклевки. Пусть же каждый ваш день будет наполнен неиссякаемым оптимизмом и головокружительными успехами в профессиональной деятельности. Искренне желаю, чтобы во всем вам сопутствовала удача и везде вас встречали только с открытой дверью, открытой душой и распростертыми объятиями. С днем рождения! Да это... Это, брат, как боже. Да, нет, это какой-то бред. Да нет, это не Вальдемар. Это бред. Да нет, это брат какой-то, это программа, это голос меняется, сидит все, это здесь монтажер, все видео сделал там, монтировал.